Всем привет! В эфире «Заметки о Черкесии». И сегодня у нас обзор музеев. В этом выпуске я объединил два музея. Музей Майкопа и музей Белореченск. Музей Майкопа. Довольно крупный музей. Значит, два этажа экспозиции самого разного характера, разных времен. Естественно, как национальный музей республиканского уровня, он больше упор делает на историю конкретно черкесов. И самые большие экспозиции именно здесь посвящены Черкесии. Ну, в частности, одна из крупных экспозиций, расположена на втором этаже, это большой зал, в котором, значит, представлены разные рода экспонаты, посвященные быту обычного черкесского жителя. Это одежда, это внутренняя обстановка дома, это кухонные принадлежности, чем они занимались, там сельское хозяйство, скотоводство, это элементы вооружения, оружия, там, допустим, и все, что вот, в общем, с этим связано. Большой зал такой этнографический, причем там он разделен еще и на две части больших. Это что касается, как бы, грубо говоря, средневекового образа черкесского аула и черкесского воина, черкесского обычного жителя. Там же упоминаются некоторые из особенности этих, как бы, культуры, такие как адыгэхабзы, например. Очень подробно. Значит, ну и, соответственно, картины, рисунки разных путешественников по Черкесии, которые упоминаются часто в источниках. Что касается второй выставки, она наиболее интересна в этом музее. Это выставка древнего мира. Значит, здесь достаточно много экспонатов касательно дольменной эпохи, бронзового века. Здесь представлен дольмен с уникальный тем, что изнутри на нем расположены рисунки древние, причем не монохромные, а полихромные, то есть многоцветные рисунки, одни из первейших, древнейших в мире вообще. Значит, они как бы расположены внутри дольмена, который был найден в Новосвободной ученым Резепкиным, который очень долго не хотел музей принимать его работы, потому что они считают его одиозным, считают, что он пытается их индоевропейцами сделать. Ну, в общем, были проблемы у Резепкина с этим музеем, ему приходилось экспонаты прятать, и долго они ждали своего часа, чтобы музей мог их просто принять хотя бы на баланс. Значит, в этом же музее находится и колонна, найденная тем же Резепкиным, кстати, Новосвободненская. Единственный в мире такой экземпляр, значит, времен дольменной культуры, полноценная колонна, построенная теми же людьми, которые строили дольмены. Высокая, почти там 2 с лишним метра, с разного рода рисунками, которая, в принципе, сама по себе уникальна, потому что не свойственна для вот того мира, скажем так, мегалитов. То есть колонна искусства, причем ребристая колонна. Что еще? Здесь же находится знаменитый майкопский камень, о котором мы уже говорили, значит, вокруг которого ведутся постоянные споры. Камень с письменами. Он там выставлен в отдельной экспозиции. В общем, в эту часть очень рекомендую сходить и ознакомиться. Ну и как в любом, в общем-то, российском музее, там есть отдельные экспозиции, посвященные гражданской войне, посвященные Великой Отечественной войне. Экспозиции довольно большие. Они как бы касаются вопроса именно территории событий, происходивших в Майкопе и в территории современной Адыгеи. То есть мы говорим именно современном ее виде. Ну, рекомендую туда ходить, естественно, нанимать гида, потому что, ну, без гида там довольно грустно ходить, скажем так, по этим всем местам. И интересный момент еще, у них очень часто проходят разного рода выставки, в частности, выставочные экспозиции отдельные, которые не присутствуют постоянно, но из архивов, из запасников, из фондов музея они выставляются, и нужно постоянно отслеживать, какие темы поднимаются. Допустим, вот была интересная экспозиция у них по христианству средневековому. Также там выставляются и адыгские художники современные, которые, ну, таких достаточно много, они весьма интересно рисуют. Так они известные на себе люди. В общем, будете в Майкопе, рекомендую. Он находится недалеко от мечети. Как раз примерно напротив филармонии, на другой стороне парка. Что касается Белореченского музея. Белореченский музей, ну, он скромен. Естественно, для более мелкого городка более сложно, конечно, иметь, скажем так, хорошее помещение для музеев. У них один этаж, одноэтажное небольшое здание. Находится,
скажем так, недалеко не на центральной улице, к сожалению. Надеюсь, что все-таки их переместят куда-то более в центр, обещают им это давно. Тем не менее, несмотря на небольшое помещение, он довольно насыщен экспонатами, порой весьма необычными и интересными. То есть, разделенный перегородками, музей, значит, отделяет экспозицию от древнейших времен до там, примерно 17 года, условно говоря. До 17-го, раньше, до 19 века. Там и аммониты, и бивни мамонта, допустим, есть. И средневекового, там, даже из античного, еще сарматский воин, вот, восстановленный в положении там, кольчуга, его части там, костей. Там разные вот экспонаты, мечи, там копья, там стрелы, разные вот экспонаты оружия, там кольчуги, бытовых предметов, как древнего античного времени. Там же представлен и кусочек камня, 14 веком датированный, найденный на территории Белореченской ГЭС с арабскими письменами. Расшифровку мы пока вот уточняем. В общем, по этой части довольно интересно. Черкесская часть немного, но представлена там тоже. Скромненько так, правда. Ну, там особо как бы экспонатов больших и не было на территории Белореченска. Курганы все относятся к более давним временам. Меоты, сарматы, вот такое время. И дальше экспозиция, вторая часть, это основание станицы Белореченской, макет Белореченского укрепления. Это разного рода, ну, допустим, типичная комната станичника, какое-то одеяние вот этих первых поселенцев. Разного рода там связанные истории с бытом. Потом идет уже гражданская война, Великая Отечественная война. Отдельно именно 50-е, там, 70-е годы, как бы советское время. Представлен отдельно как бы стенд с фотографиями самых старых зданий города, как они выглядели в те места в разные времена. Вот, типичный участок школы, такой советской. И отдельные уголки, посвященные местным меньшинствам, это армяне и турки-месхетинцы. В общем, музей как-то вот старается развиваться. Единственное, что, конечно, расположение его очень пока неудачное. То есть, если знаете, Белореченский военкомат, это за Парком Победы, сразу прямо напротив него находится вот это здание. Ну, тем не менее, я хочу отметить еще, что у музея Белореченского есть очень активный директор Морозкина Галина Алексеевна. Вот, она написала уже третья книга выходит сейчас, книги об истории именно конкретно Белореченского района с древнейших времен до 17 года, про Великую Отечественную войну, и вот сейчас про Гражданскую войну и позже выходит, с 17 по 41 годы. Это огромные сводки архивных данных такими редчайшими подробностями. Я думаю, мы постараемся помочь выпустить отдельный тираж этих книг, издать, чтобы люди могли купить, приобрести, почитать это все. Ну и записать интервью с Галиной Алексеевной вообще по ее деятельности. Так что следите за выпусками, делитесь с друзьями, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока!